Пошла к Светке. К Светке пошла. Светуля. Багира. Пиво для молокососов. Еще хит не сделал. Вчера делал песню про Булгакова. Я у Булгакова в подъезде. Квартира номер 50. Мастер Маргарит. Мастер Маргарита. Мастер и Маргарита. Идете, Свет. Вчера с тобой не могли наговориться, это удивительно. Все говорим, говорим, разговариваем. Мастера Маргарита. Не могу, вспоминаю, хохочу. Лен, вспоминаю, хохочу. Лен, тут видеокамера стоит, видишь? А, Лен, на втором, видишь, видеокамера наверху. Вон, посмотри, видеокамера. Знала, да? Фу. Фу, караул. Ленка, да, я тебя провожу, что-то не да? А я хочу на озеро опять. Свет. А я к Светке. То есть, видно? У Светки губы запотели. Привет, как жизнь? Ты помнишь, что меня? Под лайком кошка к ней едет. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня это. Пистолет. Да я шучу. Вот тут я пользуюсь, тут не вонишь. Знаешь, приходит и... Десятку? Десятку. В смысле? Пятерка. Это надо будет... на брата угадать, они что-то так. А, делают. Ставки на спорт? Ставки, да, ставки. Ну это тут шамар. Шамар. Он говорит, что я не знаю. Складываю. Выиграли 10 тысяч. Да. Ну хорошо. Идет сигнал у него, сигнал. Вот так, я даже не знаю, не команда. Ну это не всем везет. Ну не всем везет. Мне, например, не очень везет. Потом этот дурак десятку ставит, блядь. Проигрывает, да? Угу. Жадность, это... жадность фрая разгубила. Угу. Жадность. Убери. Все, понял. Убери. Проехали в Москву, надо снять миллион.
А. Мне нужно. Он такой, такие деньги у него, что ли? А он говорит, а за какие деньги? А. А просто так. Жить в своей Москве. Слушай, вот тут тополя были, я же родился. Блядь, хоть бы 1050. Наверное. Помнишь, тополя тут были? Я у штаны. Тополя. Или не помнишь? Помню. Вот тут же я жил. Второй мы. Вот тут ты маленькая шла. 8 лет я тебя видал. В белых колготках. Вот тут ты стояла. О, я во втором жил с матерью, с отцом. Кто? Наташечка? А соседка? А у меня вот, вот. Аля, вот тут была дорога, автошкола, помнишь? И я именно вот где написано «Идеал», это мое вот окно было, где «Идеал» написано, видишь? Вот тут я жил. И ты маленькая бежала. Бать пошли, бать меня некогда. А он пришел, твой отец, говорит, на моего, грась, подмени меня завтра по мастеране. А тут ты стояла. Пойдем. Куда я была? Ноги длинные у тебя? Ну и что? Белые колготки, помню, 8 лет. Вот такой сон приснился. Пойдем. Удивительно. Это не Гошка стоит вон на той стороне, кто? Которую Олегович пизданул. Гошка? Бендалем. Гошка? Гош? Гош, нет. Не Гошка? Нет, он да. Похож на Гошку. Гошка, а пришлось пиджаки. Пиджаки Гошка? Второй не хочет. Я жену у Гошки? Ну да, одежда. Писюль по асфальту. А он писюль по асфальту, не так сделан. Гош, Гош, Гош. Видишь, побежал, как крысинка. Не Гошка? Тоже бездомная так. Побежал. Потерялся? И боится чужих. Боится, да? Гош! Гош! Это не Гошка, Лен? Пошла, Ленка. Сейчас, секунду. 8 лет назад в Камее разбили это окно. Разбили это окно 8 лет назад. Ну, пошли. И до сих пор не сделали. Так, иди меня, это Россия. Это Россия. В Америке так не было бы никогда. Вот такое. Разбили окно. Это тут в этом окне разбитом и зависть людская. Кто-то позавидовал. И злость. А я золото взяла. Отнести, положить. Фу. А берег куда что будет? Берег металл, имитация. Ну вот где этот? Вон там. Там будет. Металл, имитация. Пускаю камеры. Он правильно сделал. Сходняк. Господи. А? Что? Ты взял или нет? О, да. Ну, блядь, Светка сегодня. Ну, ёкарда. Я говорю, Светлана, привет. Ёкарда, бабай, мороженое. Она говорит, что ты минет мне делаешь за 500 рублей. Нет, это ты мне сказал. Не может договориться. Три дня не можем наговориться. Пойду к Светке. Пойдем к Светке. И не спали, блядь, 3 дня и 3 ночи. Ну, Светка красивая вон такая. Красивая. Покрасилась. Толстенькая. Хорошая. Она была раньше рыжая. И молодая. Была. А ты всю жизнь сиската трёшь. Была. Сосиску не дашь потрогать. Ляжки больше, чем у Светки, понимаешь? Нет, у Светы... Пойдем. Пиво для молокососов. Светка продает. Ладно, все, хватит. Хватит.
Ну, Света, она меня уже запомнила. Ну, как же не запомнить? Я говорю, привет, Светлана. Привет. Курица стоит, говорит. В гости зайти, она говорит, пойдем. Ну, пойдем. Караул, просто караул. Я хотела, чтобы она не видела, что там будет. Чего это? С тобой, у нас с тобой кровь идет, цыганская. Еврей. Никакой еврей. Тьфу ты, чечен. Я санбой чечен. Я просил Кадырова, найди мне жену. Иди еще. Иди. Светка. Светка русская. С матерью были в Батуми. С матерью были в Батуми. Пошла мать в баню. В баню пошла мать. Мать пошла в баню в Батуми. Угу. Вот я захожу, я русская. Все побритые, а у меня волосы. Мне так было у бани дико среди этих баб. В Батуми, у грузинок. Да не смотрим, мы написки. Нам вот не могут вымыться. Я помню, Нину Ивановну, свою мать, жду Нину Ивановну. Нину Ивановну жду, но... А где ее ждал? На борт иду, это вас и брить не надо. Фу, ох, что брит, ты говоришь? Ну, брить, я не могу. Вот так вот. Нина Ивановна, у меня была, ой, чудная, как ты. Вот так не могли наговориться с ней. Говорит, вон куда ты ездишь. Я сижу в пансионате, хожу по базару, тебе фрукты покупаю, дыни. С чурками ругаюсь, чтобы они дыню подешевле дали. И у меня такое. А ты катаешься вон куда? Ну девушка, а вот так, девушка, а вот так. А... На пляже катаешься. Она говорит, я не хозяйка. И мать там идет. Даже если ты не хозяйка. В Батуми по пляжу. Говорит, тут как красиво. Мы с тобой в пансионате были. На юг надо сейчас взять, а завтра будут другие. Ну давай, я буду твой постоянный клиент. Делай скидку сразу. Да. С ними надо очень хитро, чтобы они скидку давали. Они жадные люди. Это редкие бывают люди. А что уже закопали? Это хитрые люди. Не хитрые. Хитрые. Их надо как-то говорить, что вот мусульманский праздник, а ты жадный. И он сразу говорит, на, забирай бесплатно. Только вот надо сказать, мусульманский праздник, а у тебя вон какие цены. Хорошо. Жадно? Курам байрам. Ой, блядь, такое бомбануло с Калининградом. Тут тебя бывало. Да, лыжницу пропустил. Женщина идет, пусть. Когда поезд, когда людей бомбанули, помнишь, это было, помнишь? Я за себя не переживала. Я чуть-чуть это переживала за сына. Как он едет туда? Блядь, как... Сразу звони. Как доехал, сразу звони. Он кошка, видишь, мама, на втором? Кошка на втором. Завидует нам, бегает. Нет. Нет? Не хочу к нему. Нахуй. Ну, все, тихо. А что с ним сегодня без... Воскресенье, да, солнце. Только мы работаем, да. Ну и все. Так, лучница. Ай! Господи, жалко, что ли? У меня сил просто нет, блин. Ты себя не переоценивай! Не переоценивай! Когда я захочу, тогда у тебя сил не хватит. Не переоценивай себя, девочка! Я не про то. Секса тобой, с тобой большого-то и не было, чтоб запомнился. Блядь. У меня сил нет уже, Генка, трахаться. Что ты говоришь? Ты ж не такой ко мне пришел, такой скромный такой. Я скромный? Что ты мне камеру показываешь? Я тебе покажу, скромный. Писку. Ты мне голос мой терять с тобой не хочу. Грубый. Не хочу. Господи.
Какой я был грубый. Какую ты песню спеть? Я тебе покажу. Ну, я спою любую песню. А что, думаешь, у меня голоса нет? Бери свою камеру. Ян, что петь, это моя слабость, я ж цыганка. Ты цыганка? Угу. А чего ты меня подавляешь, Майи? Чтобы у меня голос пидорастический стал. Грубый, из грубого худой, песклявый. Не грубый. Песклявый, не хочу песклявый. Как у Высоцкого должен у меня голос оставаться. У тебя не грубый голос. Да? Да, ты все волнуешься, бедный. Ой-ой-ой, как будто плачь. И я к тебе тоже. Ой, я тебе покажу. Я тебе спою. Да я спою. Кому помогать? Так, Санбой должен альбом свой назвать 2021. Ленка, одень колготки назвать. На пластинке написать. На пластинке написать. Ленка, одень колготки. Так назвать альбом своих песен. Ленка, одень колготки. Я пойду искать проститутку сейчас. Проститутку пойду искать. Она тебе все... Все на деньги переводит. Ленка, одень колготки. Альбом Санбоя 2021. Ленка, одень колготки. Хорошее название. Ленка, одень колготки. Санбоя альбом называется, все песни. Одень колготки. Пришла, говорю, дайте, пожалуйста, мою карту. Отдайте мою карту. Мне надо идти кушать, купить. Никто дверь не открывает. Ну как, я дура. Ну просто... Я же свое пришла взять. Нас познакомили отцы, не женщина. Я плакал по Валентине дико. Это девушка с Ники, с Дорогобужа, кстати, мне... Продала огурцы соленые, водку. И водку я купил в другом месте пожрать. Это Санбой любит ветчину. Я сел там, я сел. На этом. Думаю, кто ж такая за дура? 2 часа ночи выбивает двери. Подожди, что одеть? Эту куртку или джинсы? Она красивая, в черном вся, как Цой. Цой так любил одеваться. Все в черном. Он так нравится. Эта встреча не случайна, это не спонтанно мы познакомились. Это наши батьки нас с тобой свели. Детство, где я тебя помню, 8 лет. Ну, видели мы в детстве. Они и... Пускай им будет хорошо. Они там, 2 батьки, твой игра, мой Граська и твой Лёшка. Лёшка, да? Почему? Хотя он Алексей. Потому что батька сказал, моему сыну тяжело. Жена померла, сыновья забрали, Валентинку. Давай-ка ему поможем найти бабу. И вот нашли они. Ладно, тебя. Ну так нужно, Санбоя, плачь. Так, я на мусор, блядь, там бабули сидят эти вечно, блядь. Ну, карта закончилась. Прекрасное сегодня вот озеро. Да, вот этот парень там стоял на белой машине, Димка, 295. Надо сделать песню, какие сумасшедшие штрафы там в Москве. Он сказал, на 5000 штрафовали его парковку возле Москва-Сити. Что, Москва уже дожила до таких дел? 5000, ого! Пол пенсии, как говорится. Вообще Москва страшная стала. Что это 5000 такое? Не знаю, куда вы там смотрите, власти. 5000. Ого.
Эту песню я посвятил мастеру Маргарите. Хорошие стихи или нет? Что я сегодня пел сейчас у тебя в квартире? Красиво я сочинил песню или нет? Ты говори честно только. Он честно говорит, я не слышала. А, ты не слышала, да? Я очень громко, понимаешь? Значит так, я тебе объясняю. Это культовый роман «Перестройки» мастера Маргарита Булгакова. И где он жил, Сталин, конечно, его ненавидел. Он делал спектакли в Москве. И он жил возле Маяковского. Метро Маяковского, памятник Маяковского. И пройти туда дальше. И там подъезд... И когда с матерью последний раз мы съездили туда, в 86-м, 87-м, я прочитал «Мастера Маргариту», и мы зашли в подъезд. А зачем туда? А там все исписано. И мать зашла, говорит, мне страшно. Ян, мне страшно. Говорю, пойдем, мать. Он на 5-м этаже жил, Булгаков. Угу. Она говорит, какой страшный подъезд. Все исписано. Все исписано, нарисованы дьявольские дела. Понтий Пилат, который казнил Иисуса Христа. Иисус Христос нарисован там. Это было страшно зайти в этот подъезд. А мать зашла на третий этаж, говорит, больше не пойду. Я говорю, пойдем, мать, пойдем. Ян, пойдем лучше еще кофе поедим, гречку. Пойдем. Она говорит, она потом зашла на 5-й этаж, Нина Ивановна, моя мать. Говорит, Ген, ну где ты таких людей находишь? Что ты читаешь? Говорю, вот тут жил такой писатель, говорю, мастера Маргарита. И вот она, квартира 50, заходит. И вот так, мать, смотри, моя. Вот так стала, говорит. А там все исписано. На потолке исписано. Полы исписаны. Понимаешь, что там за люди? Там малолетки собирались. И мать вот говорит, Господи, спаси. Ген, у тебя такое тоже творилось, малолетки ко мне. Фанаты исписали этот дом, когда его снесли на квадрате. Не на квадрате, а на перекрестке. Крест, где я жил. И мать говорит, Ген, ошеломление тоже было, как у тебя, оказывается. А кто это был такой Булгаков? Мастер, я говорю, мать, несчастный был писатель, которого Сталин не любил. И вот он встретил женщину с желтыми тюльпанами. Он шел и встретил женщину с желтыми тюльпанами. И началась там этот роман «Мастера Маргарита». Приезжает дьявол настоящий в Москву в 1936 году. Воланд его зовут. И вот он сидит, а эти говорят, как жарко. Эти редакторы, как жарко. Абриковскус. Я говорю, вы иностранец, а он идет во всем черном. Он идет во всем черном. По потрясшим прудам. Во всем черном идет. И садится к ним. Говорит, молодой человек. Вы писатель, да, и вы писатель. О чем вы? Они говорят, мы в Бога не верим. И вот он начал разговаривать. Бога не верит, как? И он говорит, я был лично с ним. Я видел, как его казнили, этого несчастного человека. Угу. Они говорят, этот сидит писатель, союз писателей, угу. Вот так крутит. Говорит, надо задавать этого человека, Сталину. Ментам. Как вчера была щурка, эта сука крутила. Почему там опять от сигареты? И уже он говорит, ты хочешь в Кисловодске? А он говорит, откуда вы знаете, что я хочу в Кисловодск ехать? Ты не поедешь. Почему? Потому что Аннушка пролила масло. Где она пролила? А вот тут, возле Патриарших. Она прольет через 2 часа это масло. И что? Он говорит, ну и все, никакого Кисловодска не будет. И вот он уходит, и Аннушка проливает масло, идет трамвай, и он идет, этот Берлиоз, ему отрезает голову трамвай. И этот встает
Иван Бездомный поэт. Ты вот это все читал. Это и есть Булгаков. Он с ума сошел, говорит. Он предсказал все. Я его найду. И он идет по литераторам. И самая главная центральная женщина намазывается кремом. Кремом. Кремом намазывается. Угу. И она летит. Где ж мой мастер? Хорошая концовка. Там еще очень много всего. Очень много всего. Очень много. Ты что, не смотрела «Мастера Маргарита»? Ну, вот видишь так. Вот я тебя считаю тупой. Закину тебя, ладно. Закину. Я образованным человеком. Вот, да. И все время хочу. Федор. Федор Козлов. Напиши песню, пожалуйста. «Сиамские близнецы в Ярцеве». Про Сергея Сергеевича Шутова. Ну, это было дело, это страшная была трагедия. Это было дело, вот это, 7 лет назад, по-моему. Виталик жил с Оксаной, где Бирюса, обувной магазин в Ярце. Она поставила белье, кастрюлю, а он лежал пьяный, Виталик. Белье вскипело, она побежала за самогонкой. Белье вскипело, и газ перекрыло, и пошел газ. И стало муторно Виталику, газ наполнил квартиру. Виталик достал спичку, и случился взрыв страшный. Выбило стену в Ярцеве, где я беру с собой мой магазин. А в это время Сергей Сергеевич, мой друг, пошел 12 часов ночи. Этот взрыв случился, он сказал, 3 часа дня. 3 часа ночи. А он в 12 часов ночи пошел. Купил себе багири полторашку пива и шел грустил о своем, как рисовать. И вдруг идет женщина спиной впереди, в платке и пальто. Он говорит, Аленка, моя Аленка. Привел домой ее к себе. Вот он ставил им, ей Песнерову песню. Песнеры. Песнеры песня. Аленка с 12 часов ночью до 3. 3 часа он мозг ей компенсировал, пили они. А потом прилегли они. И он, как говорится, вставил ей. И вдруг взрыв. В этот взрыв у нее влагалище сомкнулось. И он увидел, что эта женщина усатая. И полностью сиськи усатые, бабские. И спина усатая. И он усатый. И они слились, как сиамские близнецы. Приехала милиция, там кто только по ним приехал. Виталика, царство небесное ему, да. От ожогов помер он. А это Сергей Сергеевич мне рассказывал эту историю. А они вот так слиплись с 3 часов ночи до 10 вечера. Это сколько? 12 часов больше они слиплись. И они ходили еле. И ходили в туалет как-то нагибаясь вдвоем с усатой. И Таня Райхлина, ярковский журналист, стучалась с ментами. Говорит, ты живы вот тут? Ходила по всем, говорит, вы живы или нет, люди, отзовитесь. И Сергей Сергеевич, директор художественной школы, он же был директор художественной школы тогда, увидел, что она усатая, и ему было неприятно, усы к усам. И он ходил в туалет и ел сутак с ней. Он за шторой смотрел, там собралось все, народ, целый город. Полстены отлетело от пятиэтажки. И Сергей Сергеевич ходил с этой бабой вот так слипленный. И Таня Райхлина с микрофоном, с видеокамерой КТВ ходила по соседям, говорит, вы тут живы, вы живы. И слушали. И Сергей Сергеевич передвигался вот так с этой женщиной слипленной. И говорит, сапоги ее керзовые. Говорит, чьи-то сапоги керзовые? Говорит, мои она. Керзовые сапоги.
кирзовые сапоги. Эти сапоги надоели еще в армию. Портянки воняют тухло. Фу. Фу, не могу это вспоминать. Фу. Это просто смех. И... кирзовые сапоги. И вот они ходили, менты говорят, там какой-то шорох есть, люди. Они ходили вдвоем, слипшись. Ой, не могу. Напишите об этом песню, ребят. Фу. Не дай бог, конечно, и горе, и счастье. Фу.